Всем привет! И у нас с вами покупки из зоомагазина. С вами канал Arabian Pets, и мы приступаем. Первым, что я достану, это будут куча опилок. А если быть точнее, то 3 пачки. Так, вот 3 пачки. Дальше у нас, сами знаете, Vitaline, 3-я фракция, как обычно. Так, дальше у нас это такие лакомства для кроликов от Tidbit. И еще у нас такие же, такое же лакомство, только для... Сейчас найду. Вот, для хомяков. Да, как вы видите, стоит это... дело 109 рублей. И покупала, кстати, все это в зоомагазине, который вы прекрасно знаете, который много раз у меня светился. Это 4 лапы. Так, еще кое-что. Это у нас кальций для птиц. Да, Vitacraft VitaFit. Но, сами понимаете, у меня нету птиц. Поэтому я это использую для улиток. Это очень хорошо. И это у меня добра целых 2 штуки. Так, сейчас все это отложим. Секундочку. И продолжим. Так, ребят, все, я уже отложил. И мы продолжаем. Так, дальше у нас вот 2 игрушки. Такие погрызушки. От Зубалу. И, скорее всего, вы не знаете, но я вам скажу. У меня такие погрызушки любят песчанки. Поэтому краски именно для них я купил такие вот погрызушки. Одна будет для уголька, другая будет для хвостика. Ну, как бы, дети одинаковые, детям всем... одно и то же надо, иначе ревнуют. Так, и еще новенькая вещь, которую я купил. Не знаю, буду пользоваться ею или нет, посмотрим. Это у нас шлейка для кроликов. То есть, она вместе... То есть, да, это от фирмы Trixie, стоит 429 рублей. Именно вот такая вот с карабином. Так, такая вот штучка, синяя, как вы видите. И с поводочком, шлейка для кроликов. Короче, буду пробовать. Ждите скорых видео. Надеюсь, появится. А мы продолжим дальше. Да, это чек, вам пока смотреть на это рано. Так, и у нас здесь все. Отбрасываем сумку и переходим к рюкзаку. Так, а рюкзаке у нас, который довольно-таки тяжелый. Вначале проверяем боковые карманы. Так, раз лакомство. Да, вы знаете, это травяные подушечки от Little One. Это раз лакомство. И проверяем с другой стороны. Там тоже, кстати говоря, лакомство от Little One, но не травяные подушечки. Я решил кое-что новое купить. И купил, да, вот. Фруктовый микс. Тут у нас и бананчики, и изюмчик, и, как видно на картинке, тут еще у нас ананас. Ух ты. Посмотрим, короче говоря. Так, а теперь основной карман. Открываем. И поражаемся тому, что у нас куча корма. Да, тут у нас корм для кроликов. В размере 2 пачек. Так, тут у нас тут и корма для, это для хомяков. Также от Little One. Уже в 3 пачках. Вот. И
3. Так, и последнее. Это у нас подаван Крикити Grand Mix. Как видите, в размере 3 штук. Короче, у меня тут грандиозная закупка. И, ребят, сейчас подведем итоги. Вот он, ребят, кстати говоря, чек. И вот во сколько мне это все обошлось. Ну, как говорится, для... Ну, подарок это ладно. Так. Как вы поняли, да, я потратил 3000. И ни капельки, скорее всего, не жалею. Хотя, кто знает. Если вам понравилось это видео, ибо мы на этом заканчиваем, то не забывайте поставить лайк, оставить свой комментарий, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А с вами был канал Rabian Pets. Громадная покупка из зоомагазина 4 лапы. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. До новых встреч.